Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Растения против зомби», и у нас на очереди бонусная миссия «Пиньята». Значит, в данном уровне у нас будет ряд подсолнухов сдвоенных, которых мы не можем потерять. И зомби. Один из них — это самоходка с компанией Far Future. Давно не было у нас таких вот миссий, где есть подсолнух сдвоенный. Обычно пиньяти их нет. Ну, а тут у нас есть целый список, который состоит из следующих вооружений. Значит, есть кактус, потом острый перец, парфюм и также ледяной салат. Мы сейчас ускоряем темп игры, и к нам идут первые зомби. Ну, с подсолнухом уже как-то повеселее будет, потому что когда мы получаем вооружение, мы получаем их не всегда в нужном количестве, в, скажем так, неправильной иногда пропорции. Какие-то вооружения мы получаем больше, какие-то меньше, тут мы можем все это контролировать самостоятельно. У нас сейчас надвигается большая волна, и мы уже посадили 3 кактуса. Я тут проворонил большую сумму денег, как-то солнце исчезло. Очень сильно заигрался, но я думаю, что это не повлияет на ход игры. Мы сейчас используем план для сдвоенного подсолнуха и продолжаем садить кактусы. Кактусы — очень удачное вооружение, потому что может еще за себя постоять и также активно обороняться. Вновь получаем планты и их используем для кактуса. Кактус на первой линии становится более мощным за счет иголок, которые стали такие, я бы сказал, больше длины визуально. И, соответственно, колется посильнее. А самое интересное, что вот этот вот фон, который создает самоходка, кактус запросто пробивает. Обычно, если мы используем горох, то как об стену горох называется. Вообще эффекта ноль. А кактусу это абсолютно по барабану, и он спокойно может убрать самоходку. В данном случае у нас робот наехал на колючки и был активно ликвидирован. Но еще одна самоходка в строю на второй линии. Вот мне еще интересно посмотреть, как себя будет вести зомби с факелом и кактус. Я думаю, что никак, если кактус спрячется в землю, то ничего ему не будет. А вот зомби с факелом будет даже очень нехорошо. Но пока они близко не доходят. Однако это пока. Значит, надвигается большая волна. Судя по всему, что это уже финальная часть игры. Да, так оно и есть. А можно сказать, что миссия «Пиньята» — это новая. Не помню такого сценария, потому что 80% всех уровней так или иначе повторяется. Уже за столько времени я уже знаю, в каких уровнях что будет. Ну а тут, можно сказать, свеженькая миссия. Мне кажется или нет, но сдвоенный подсолнух это не очень-то и дает много солнца. У нас один ряд хоть и, но все равно сдвоенный подсолнух должен давать достаточно денег. Тут уже я смотрю, один из зомби подходит очень близко к сдвоенному подсолнуху. Для того, чтобы мы не проиграли миссию, мы задействуем молнию. Я ее использую не часто, но вот сейчас как раз попадается молния в одном из подарков. Можно сказать, компенсация. И в двух оставшихся подарках мы находим деньги. А костюм не находим, но это 5-й день пинята, поэтому, возможно, мы получим в этот раз тот же костюм. Так оно и есть, мы получаем костюм, правда, для Лили. На этом будем прощаться, подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!